В Белгороднестровском радикалы сорвали заседание исполнительного комитета, облили зеленкой одного из членов исполкома Василия Кощи и попытались затолкать его в мусорный контейнер. Уже после мецената Кощи полиция увезла в райотдел. Скандал разгорелся из-за рассмотрения детального плана территории по улице Олимпийской. Там православная церковь Киевского патриархата намерена строить церковь. Кощи был из тех, кто проголосовал против. Также ряд изданий сообщает, что активисты попытались зайти в храм Московского патриархата, но священники и его помощники забаррикадировались изнутри.